Женщины красноярской полиции занялись фитнесом на столбах. Девушки в погонах, в том числе известные спортсменки, перед Международным женским днем собрались в национальном парке, чтобы зарядить себя и других хорошим настроением и провести легкую тренировку на свежем воздухе. Организовали трансляцию в социальных сетях, чтобы сотрудницы, которые не смогли прийти, размялись на рабочем месте. Зарядку вела майор полиции Ольга Ситничук. Когда-то она первая среди женщин Красноярска получила звание мастера спорта по тяжелой атлетики. Под зажигательные мелодии спортсменка показала коллегам легкие, но эффективные спортивные упражнения. Сегодня замечательная погода. Девчонки, все молодцы, спасибо. Очень хорошо позанимались. Девчонки выполняли все задания. Очень хорошо справились с этой задачей. Мы подняли бодрость духа, хорошего настроения и зарядились позитивом.